есть, может быть, уже произошли изменения. Да. Хороший пример, кстати, да. Хорошо, спасибо. Ну тогда уже я заключительно, я благодарю всех спикеров за участие, вас за то, что вы нас терпели полтора часа, да. И еще раз пользуюсь, да, там сказать, что да, такая ассоциация цифровой, прямо вот с названием нашей вот сессии, цифровой транспорт и логистика, такая ассоциация создана с участием крупнейших российских компаний в сфере транспорта под бдительным оком Минтранса и при его активном содействии. Я приглашаю всех работать, следите за новостями, сайта пока нет, но он появится в ближайшее время. Запомните, ассоциация цифровой транспорт и логистика. Вот я думаю, что многие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, ну, в части точной регуляторики, да, вот, они там будут обсуждаться и стоять. Да. Я всех благодарю, спасибо. Да,